Ребят, а сейчас мы с вами находимся в музее автомобильной техники в городе Верхняя Пышма. В четырехэтажном здании на площади 12 тысяч квадратных метров тут представлена 130-летняя мировая история автомобильного транспорта. Сама коллекция музея уникальна. В ней представлено более 160 автомобилей и практически столько же единиц мото- и велотехники. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Все ссылочки, ребят, как обычно, находятся в описании. Заходите, ознакомьтесь, а также приезжайте, чтобы увидеть это все своими глазами. Ну а мы с вами начинаем ролик.